Итак, друзья, наконец-то мы нашли этот интересный барчик, который называется «Слы часы». Обратите внимание, вот он. Принимают они только кэш. Ну и ладно. Мы подготовились, идем с кэшем. О, антураж интересный. Куда тут идти? А, в подвал, друг сказал. Идите в подвал, посоветовал пиводром. Автор канала «Пиводром» из Яндекс.Дзен. Добрый день. Фото, видео окей? Так, ну ладно, это я потом отдельно сниму, пока присядем. А мы в чешском баре «Злы часы». Тут очень аутентично, очень классно расставлены бутылки из-под пива. И вот такое вот меню, которое, собственно говоря, присуще большинству баров в Праге. Плохо видно, да. На самом деле мы взяли два пива. Я взял... так, мое пиво называется «Нахмелена опинице светлый лежак». Думаю, правильно я его произнес. 55 чешских крон. Вот такой вот светлый лежачок в аромате. Аромат очень приятный. Солодовый аромат прямо. Солодовый солод, прямо кайф. Пробуем вкус. Вкус солодовый, в нем небольшой такой хмелечек, который переходит в хмелевое горькое послевкусие, и именно в послевкусии этот хмель раскрывается. Отличное пиво, прямо мне оно очень понравилось. Оценка 5. А следующее пиво у нас Bad Flash, просто лежак. Стоит оно 49 чешских крон. Пробуем. Аромат также солодовый, но в нем присутствует какая-то небольшая, может быть, сливочность. Чуть-чуть. Вкус очень мягкий. Очень мягкий, нежный, такой приятный лежак. Классное пиво. Оценка тоже 5. Yeah.
Rauf Beer даже есть, немецкая. Огромный выбор пива просто. Что на кранах, что в бутылках. Даже есть матушка, друзья. Apollo Galaxy, Калифорния, Raptor и тропическая ракета. 139. Тропическую ракету я уже взял в зубатом псе. Роллинги, Guns N' Roses, Kiss, классный стакан, видимо, с концертов. Так, а на коронах у нас здесь, ну, в общем, вы сами можете видеть, что у нас здесь. Движаки разные, IPA. Очень классный бар. Великолепное пиво, классная атмосфера. Ну, просто рекомендую сюда зайти всем. Здесь два зала, один наверху, один внизу. Вот мы сейчас находимся внизу, потому что наверху пока тихо. Я так думаю, вечером основная движуха там будет. Друзья, обратите внимание, сибирская корона и даже Лосиный берег сюда попали. Вот так вот. Абынбев и МПК, оказывается, были здесь в гостях. Прикольно. Друзья, мы по-прежнему в баре «Злые часы» и взяли еще два пива. Одно из них нефильтрованное, оно называется «Рампушак». Вот оно, нефильтрованный лежак. И также я еще взял пиво, которое называется «Бандита Бир Опенер». «Бандита» стоит 55 чешских крон, «Рампушак» стоит 45. Предлагаю начать пробовать «Рампушак», попробуем. Вот такой вот нефильтрованный у него цвет, аромат. Аромат интересный, солода и хмеля. Вот очень приятный аромат, великолепный. Пробуем. Вкус бесподобный. Вот классное сочетание просто сладкого солода и хмеля. И такая небольшая горчинка, которая вот раскатывается в послевкусии просто вот с первого глотка. И ну просто классное пиво. 5 с плюсом, друзья. Рампушак, нефильтрованный лежак. Запомните это название. Ну и следующее у нас пиво. Это Бандита Бир. Что в нем бандитского, я не знаю. Вот такой вот у него тоже цвет. Похож немножко на нефильтрованный. Пробуем. Аромат сладкого солода и абрикосового джема. То есть вот, как вот, знаете, такие маленькие коробочки с джемом. Как будто вот эту коробочку утром открыли и хотите на тост его добавить. Вкус сладкий. Тот же самый абрикосик чувствуется в нем. Сладкий солод. Хмелек такой небольшой есть. Классное, сбалансированное пиво. Обалденное. Ой, оценка 5. Друзья, сегодня мы посетили чешский бар «Злые часы». Отличное место, большой выбор пива. Пиво очень вкусное. По цене, на самом деле, оно недорогое, на мой взгляд. Всем рекомендую обязательно сюда прийти. Кухня. Не сказать, что большой выбор, но еда вкусная, порции большие. И очень атмосферно и антуражно здесь. Всем рекомендую, друзья. Всем пенного настроения и до новых пив. У-у-у!